Всем привет! Всех поздравляю с Масленицей! Вот эту поляну я сегодня накрыла, ребята. Я сама в шоке. Короче, у нас сегодня большие блины. Нажарила сама только что. А рецепт уже не стала показывать, потому что когда-то уже снимала для вас. Можете посмотреть здесь. И начинки сегодня решила пройтись по несладким. Обжаренный говяжий фарш с луком. Это жульен из грибов. Это творожный сыр с зеленью. Слабосоленый лосось. Какой красивый. Огурчики и петрушка. Господи, даже не знаю, с чего начать. Наверное, с мяса. Это должно быть очень вкусно, но, наверное, вот у меня ложка все-таки. О май гад, о май гад. Добавить что ли мясо сюда еще? Я врыю. С жульеном прям офигительная идея была. Палки. Thank you.
Можно даже огурчик туда положить, чтобы все вместе. Жайший просто. Вот свинья. Божественно.
Хотела еще купить дискуссию.
Now.